нам не гонишь. Давайте им все вернем и сдадимся. Посмотри на меня, зануда. Посмотри на меня. Ты видишь, какой я красивый? Мне в тюрьму нельзя. Давай лучше тут булками шевелить, чем потом на зоне. Короче, журналюга, у меня есть стопудовый план, как победить на выборах. Прям записывай. Шаг первый. Заходим в Центральную избирательную комиссию. Шаг второй. Тырим бюллетени. Стоять, ты куда пошел-то? В общем, тырим бюллетени. Шаг третий. Ставим галочки напротив моей фамилии и вбрасываем на выборах. Все, я глава республики. Яков Григорьевич, может, по-честному выиграете? Ты что, журналюга, тупой, что ли? Чтобы по-честному выиграть, ты знаешь, сколько бабла нужно на взятки раздать? О, Андрюха, племяха мой, здорово, молодец, что пришел. Слушай, журналюга, тут, короче, такое дело. Андрюха, он слегка туповат. Вот, ну ты с ним помягче, ладно? Ну, родственник все-таки. Слышь, одноклеточная, жопу свою прижал, чтобы тебя вообще видно не было. Главное, стоит такой, громко так дышит. Прям бесит такие люди. Помягче, понял. Значит так, чтобы сфилимонить бюллетени, нам понадобится. Первое, план здания. Так, получается, мы заходим вот здесь. Так, или здесь. Кто-нибудь вообще в этом что-нибудь понимает, нет? Ладно, зайдем в гардеробчик и спросим. Второе, кто-то должен открыть охрану. В общем, я купил все свежие кроссворды в городе. Отлично. Это займет их минут на 20. И третье. Нужно узнать, во сколько менты патрулируют улицу. Алло, Палыч. Слушай, во сколько у тебя мусора улицу Ленина патрулируют? Ага. Они никогда ничего не патрулируют. Яков Григорьевич, что-то не хочу в этом участвовать. В тюрьму ведь посадят. Слышь, журналюга, ты ВКонтакте репосты Навального делал? Нет. Ну и все. За что тебя тогда сажать? Ну все, журналюга, я пошел. Так, где тут лестница? Ага, понял. Ну старая отошла отсюда нахрен. Куда по помытому? Да блять. Ну вы в лесу. Вот, считай, принесло, а ты ссал, журналюга. В смысле ссал? За нами вообще бы полиция не погналась, если бы вот эту шапку у ребенка не отобрали. Зато какая шапка, а? А штаны вы нафига сняли? Да потому что знаешь, как из этой шапки жарко, не тупи, журналюга. Ну все, считай, я глава республики. Сейчас напротив моей фамилии галочки поставим. Так, Качина Татьяна. Блин! Я, походу, по привычке все на свою жену оформил.